На курорте целое движение православной молодежи. Тематический клуб под названием «Купель» открыт в храме равноапостольного князя Владимира на Виноградной. Его посещает студенческая молодежь. Они работают с молодежью, с ветеранами, с пенсионерами, ходят в больницы, к лежачим больным, развозят питьевую воду святую, посещают людей, которые не могут выйти из больницы, чтобы дойти до храма и поставить свечку. Прихожане данного клуба посещают больных, ветеранов, школьников. У данного клуба очень большой охват молодежи. Да и при каждом храме работают воскресные школы, где дети получают углубленные знания в дополнение к школьным урокам по основам православной культуры. А сегодня на Сретенге многие молодые люди начали утро с молитвы в храме. Невозможно быть несчастным в православной вере. Нас Бог любит, Он нас всегда оберегает, посылает нам ангела-хранителя, чтобы нам было попроще и полегче. Славянское слово «Сретенье» в переводе на современный русский язык означает «встреча». На 40-й день после праздника Богоявления наступает Сретенье, когда младенца Иисуса, первенца, принесли в Иерусалимский храм для посвящения Богу. На иконе на руках старца Симеона, являющего собой как бы ветхий мир, изображен младенец-спаситель и Матерь Божия, вышедшая на крестный путь, отдание сына своего на спасение мира. Елена Овсецина, Демин Даниловский, телекомпания ФКТ.